Ребята, всем привет! А сегодня мы снова играем в Crying Pony. Вот, помимо того, что мы играем в Crying Pony, у меня сегодня какой-то очень странный вот с этой стороны стены эффект. Вот, видите, на меня светит божественный свет. Я не понимаю, в чем дело. Возможно, надо камеру перезагрузить. Но я решила, что я запишу ролик вот в таком стиле. Еще и с этой стороны, смотрите. Боже, боже. Короче, что-то со светом случилось интересное, но мне кажется, добавляет какой-то шарм. Короче, поехали. Игра Crying Pony. Я чуть-чуть много времени прошло между тем, как я записывала последний раз, поэтому будем заново учиться. Мы вернулись, я так понимаю, да? Дочка опять убежала. Фиби, ты меня слышишь? Фиби! Да что ты будешь делать? Мы опять пошли за запасным ключом или чего? Что мы делали в прошлый раз, когда дочка заперлась? Майкл Смит, Бейкер-стрит 27, 35 лет. Принимайте белую таблетку 2 раза в день, утром и вечером. Пол таблетки за раз. Принимайте желтую таблетку только тогда, когда случается паническая атака, по 1 таблетке за раз. Так, я немножко на таблетках. Немножко на таблетках. Так, тут ничего нет. Так, это мы с дочкой. Допустим. Это комната Фиби. Роботы. Бедняжка заражена. Паразит зарылся под кожу ничего не подозревающего хозяина. Со стороны все кажется нормально, но на самом деле паразит медленно поедает внутренности хозяина и проникает в мозг. Примерно 4-й или 5-й день носитель начинает впадать в маниакальное состояние и бесцельно бродить вокруг. Ученые назвали это поведение прострация. Спустя некоторое время носитель начинает дергаться, изо рта вытекает вязкая жидкость. Тело теперь полностью принадлежит паразиту, это начало трагической судьбы носителя. Через несколько минут хозяин взмахивает крыльями последний раз и замирает навсегда. Паразит полностью вырос внутри хозяина и, наконец, вырвался наружу. Ну, дочка тоже, да. О, 5-ка. Отличница! Дочка, конечно, с таким батей. Ну ты чё, не можешь выйти? Тоже как бы кукухой немножко уже поехала. Так, это... А вот и ключ, да, опять упал с небес. Так, это мы, по-моему, видели уже. И ключ у нас уже падал. И на балкончик мы выходили. Смотрели, да, на город. Ну ладно, хорошо, давайте сделаем все тоже точно так же. Я ж не думаю, что здесь игра прям все то же самое нам выдаст. Это было бы странно или нет? Или в этом смысл игры? То, что мы в лупе оказались. И у нас все время один и тот же кошмар. А Фиби тут просто за чашкой полезла, да? Фиби, ты в порядке? Да, почему ты спрашиваешь? Пап, у нас закончился зефир? Я не могу найти. Папа, что случилось? Папа? Что это было? Оставайся здесь, я разберусь с этим. Может, не оставлять ее там одну, нет? Может, не надо? Друган, дружок, другалек. Ну, началось. Ну, началось же. Ну, началось. Так, голоса в голове шепчут. Опять приходы. Так, а вот ты кровяка началась. Вот ты кровяка. Это что такое? Батарея какая-то лежит. Нельзя взять? Это собака это.
Не надо! Опять тот же самый прикол? Я спрятался днем в ванной, да? За время... А, это сохранение. Так, я вернулась на кухню, но тут очень страшно. Подожди, подобрать. Бинт. Бинтанемся. Раз подобрали. Мне нравится эта игра. Единственное, что мне не нравится, это мы повторяем одни и те же действия, которые выглядят как повторение одних и тех же действий, но по факту несут в себе какое-то развитие сюжета. Но из-за того, что я не знаю, как дальше поведет себе игра, создается ощущение, что я просто, ну, делаю что-то не так. Это, ну, напрягает в какие-то моменты. Так. Мумии какие-то. О, патронцы. Вы получили патроны для пистолета. А у меня нет пистолета. У меня пистолета нет. Подожди, а он у меня был вообще? Ну вот, типа. Управление. Использовать предмет или атаковать на пробел. Не-не-не, у меня просто патроны. Ну да, потому что я в прошлый раз находила пистолет. Просто оббежала. Просто красиво. Так можно было, оказывается. Так, тут темень. В темень мы не пойдем. Свет. Хорошо. Из-за того, что еще очень много дверей, непонятно, как бы это все линейно. Закрыто. Или как это вообще все работает? Я чувствую себя, знаете, вот некомфортно. Я как будто типа не знаю, что делать в этой игре, но при этом игра, ну, идет дальше, развивается, то есть все ок. Но я такая, типа, как не весело. Почему я не могу контролировать? Так, в эту сторону тоже свет включился. Отлично. Хотя по факту, ну вот получается, закрытыми дверями игра как раз и контролирует то, где я нахожусь и куда я пойду в следующий раз. О, скример, видели? Слышали? Скорее слышали. Началось. О! Отстань! Открывай дверь, открывай дверь, открывай! У тебя ключ! У тебя ключ, открывай! Блин, руки меня схватили. Видела же их в луже. О, вот оно, все мое. Все мое тут. Битка. Возьми битку. А биткой мы кого будем бить? Не стрель! Я просто проверяла. Так. Бинтяжка, бинтуйся. Давай бита. Бита же у нас поруч. Ой, какой ты яростный. Давай. Лупи. Лупи сильнее. Молодец. Она же бесконечная, так подозреваю. С битой очень весело стало. Прям комфортно. Взяли зажигалку. А зажигалка мне зачем? Зажигалка просто... Просто свет, да? А, вот здесь нужна зажигалка, да? Хорош. Нормалек. Так, здесь заперто.
Ай! Хоумран получен достижение. Так, 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 стоп, 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 стоп! Быстрее, 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 зажигай! Нет! Нет, нет. Не успели. Блин, так далеко! Там надо какой-то баланс прям. Между тьмой и желанием бить вот этих маленьких дуранцев. Не очень удобное управление с переключением айтемов. Прямо скажем. Ай, блин, вот это сейчас было, конечно, да. Я бы пробежала, если бы я не наступила бы в лужку. Мне кажется, я бы пробежала. Блин, как обидно. Обидно, потому что очень далеко сохранение. Мне нужна какая-то тактика, чтобы ее придерживаться. Но я пока не особо поняла, потому что там в середине, получается, гаснет свет. И мне по-хорошему надо бы очень-очень быстро пробежать там везде. Понимаете? Я подумаю, что с этим сделать. Может, пистолет взять, так быстрее будет. Ой, блин. Так. Не-не-не, вот в этого надо стрелять. Нормально, нормально, хорош. Хорош, молодец. Хорош, молодец. Да переключай ты, переключай. Так, это что такое? Батарейка какая-то. Так, а вот это куда? Тут заперто. Все нормально, мы прошли. А бутылку мне не дают взять? Она просто так лежит. Уф. Так, это патрон для дробовика и есть дробовик. Хорошо. Так, это все пропавшие люди, да? А сюда не пройти. А зачем нас тогда сюда пустили? Мы выйдем, и здесь сейчас что-то поменяется? Так, здравствуйте. Она жива еще? Ага. Ах ты какая!
Блин. Дура, напугала. Я из-за тебя бинтяру теперь потратила. Что не потратила, но сейчас потрачу. Так, патроны для ружа. Уже не заходим. Не заходим в лужи. Обходим их. Активно заходим в двери, не обращаем внимания. Так, сохранение, допустим. Так, что-то там жрет. Давайте поменяем себе на дробаш. Так, нет, наверное, я все-таки хочу видеть, что там происходит. Ладно, хорошо, хоть сохранение тут вот прям сразу. Да блин, ну зажгись. Там этот бешеный единорог что-то жрет, как всегда. Кого ешь? Понятно, не надо, все хорошо, не подходить к единорогу, допустим. А чё он? Он должен на меня броситься или что? Почему он там ничего не активирует, никакая атака? Тьма за мной идет, тьма за мной идет. Да я успел. А, все нормально. Так задумано, все хорошо. Хотела уже поругаться. Так, допустим. Допустим. Опять ты? Может, в него надо стрельнуть чем-нибудь? Нифига, он с другой стороны появился. Не, ну это смерть, это меня закидывает сюда, потому что мы здесь сохранились в последний раз. Может быть, просто надо выстрелить там из дробаша, например, в него? Ну, мы так, конечно, далеко с тобой не уйдем, друг. Давай сразу включим дробаш. Тут просто патроны от дробовика, может быть, как бы это намек? Я понял этот намек, я все ловлю на лету. Но непонятно, что конкретно ты имела в виду, старперский перспективный. Я его торможу. Нормально. Нет. Ну блин, руки, нечестно, я добежала. А, пап! Фу, блин. Фиби. Эй, эй, ты меня слышишь? Эй, все в порядке. Это я. Фиби? Как ты себя чувствуешь? Да я... Теперь я в порядке. Почему ты... Разве тебе завтра не в школу? Я слышала, как ты что-то бормотал во сне. На самом деле, ты уже несколько ночей подряд разговариваешь во сне. Ты выглядел напуганным. Во сне ты убегал от кого-то? Нет. Тебя, должно быть, преследовало что-то страшное. Может, тираннозавр или злая бывшая девушка? Мы опять одни и те же диалоги, да, читаем? Разве у некоторых людей нет очень странных бывших или что-то в этом роде? Как учитель Томми, он очень боялся своей бывшей. Однажды он даже забежал в женский туалет. Таким способом учитель хотел спрятаться от своей бывшей девушки. Учитель Томми попросил меня держать это в секрете.
Вот почему я всегда получаю пятерки по математике. В любом случае, над чем ты работал в последнее время? Папа? Да? О чем ты думаешь? Я просто... Я не... Подожди минутку. Она пошла делать мне какао. Черт! Новый кошмар получен достижение. Хорошо, пойдем обратно за ключом в твою спальню. Пойдем. Нам бы как-то надо из лупа уже с тобой выходить, дружок. Сколько как бы можно? А вдруг что-то надо сделать, чтобы быть из лупа? А я этого просто не делаю, поэтому мы будем проходить... Не, ну как, там же другие локации, типа монстры другие. Я опять сейчас потеряла все, все свои потрошки, которые я копила. Фиби, ты... Фиби? Ее нет в этот раз. Да как же так? А в те разы была. Well. Это метро? Love your family написано. How to identify suicidal behavior. А, это девушка, которая... Мисс? Подожди! Девушка, про которую он писал. Пассажир Майкл Смит. Ваша жена и дочь ждут вас на выходе. Нет. Get out, please forgive. Пойди, пожалуйста, прости. Так, сюда. Прошлой ночью молодая медсестра прыгнула под поезд. Женщина стояла на перроне с младенцем на руках. Плач ее ребенка привлек внимание персонала станции. По их словам, девушка была совершенно лишена эмоций, словно была одержима. Алло. Чего? Это не мне. Шипистой. Хелп. Там меня не пускают. Так, турникеты. Билеты. Конфеты. Эполеты. Бесконечный экзит. Так, сохранение. Мисс, с вами все в порядке? Упс. Не надо. Не надо. Пассажир Майкл Смит. Ваша жена. Папа. Ваша жена и дочь ждут вас на выходе. Я не хочу туда. Типа это его жена погибла в метро? А Фиби он тогда себе выдумал, что ли? Фиби не существует, Фиби тоже погибла. Папа, ты меня слышишь? В этот раз я добавила немного коричневого сахара. В тьму побежим. То в тьму нельзя, то в тьму можно. Ah.
Потому что здесь help написано. Надо help. Сюда нельзя зайти. Я хотела help, но не вышло. Никто не нуждался в моем хелпе. Я просто бегу назад. Это что такое? Ай! Вот это ты, конечно, зверь. Что, там нельзя пройти, что ли? Сюда, видимо. Ну, хватит, хватит. Travel Cat Black. Бегаю очень быстро, без регистрации смс. Ой, женщины, женщины, тихо, 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 отстаньте. Отстаньте, не надо. Они не придут сюда? А, нет, придут. Опа. Нормально. Заперто. Ой. От поезда сейчас будем бегать, да? Папа, ну закончился зефир. Фиби? Ась? Просто... Знаешь что? И без зефира нормально. Но ты говорил... Я знаю, что я говорил. Я сделала что-то не так. Я обнаружил, что на кухне завелись вредители. Вредители? Я думаю, что это мышиное гнездо или гнездо тараканов. Тараканы вообще строят гнезда? В любом случае, это очень опасно и мерзко. Так что не ходи туда. Хорошо. Я позвоню службу, чтобы они разобрались с этим. Сразу же, как только проснусь. Хорошо. Возвращайся в постель, ладно? Пап? Да, солнышко? Ты ведешь себя как-то странно. Спокойной ночи, Фиби. Спокойной ночи! Вниз к выходу получено достижение. А я куда? Это просто кладовка. Ага. Ясно. А я тоже спать? Или я опять буду писать вот эти свои романчики? Вот мы видели. Вы тоже видели. Это куда? Это наружу. Пойдем спать. Дочку отправили спать, и нам надо спать. Дочка спать пошла и дверь все не закрыла. А, у меня на кровати тут вообще-то как бы занято все. На балкон проветриться. Балкон бомба, если честно. Красиво освещение меняется. Нет, мне, видимо, не сюда. Может, помыться сначала надо? Фиби зайти проверить, спит она или нет. Но она спит. Спокойной ночи. Так, хорошо.
Это мы смотрели уже. А я чего? А я куда? Так, блин. Леди. Где она? Заперто! Отстань! Там нож был. Там нож был, я видела. Прячься, блин! Возьми нож. А, это просто заставило ее. Понятно. Блин, мне бинт очень сильно надо. Пустите! Пустите! Пожалуйста! Что, она теперь там? А-а-а! Все, все сломало мне. Сломало мне шею. А что мне? Туда надо было зайти? Я что-то не поняла. Наверное, да. Наверное, туда надо было дверь зайти. Ну, сейчас бы, да, ага. Так, хорошо. Я ничего не вижу, блин, из этих красных пятен. Какая-то агрессивная. Догнала, блин. Опа, ружо. Патронов нет. А, есть патроны. Один. Это ж кочерга. Остановись, п***ь, на достижение. Я ее типа просто застанила, она все равно за мной бежит. Мне надо очень быстро соображать. А все не нужно. Стоп, написано. Патроны для ружья. Комната Эми. Надпись на табличке. Мы здесь были, по-моему, да, уже? По ножик. Так, кукушка. Мы сюда не пойдем, у нас зажигалки нет. Так, это манекены. Жутенькие. Это туалет чей-то. Ножи. Бинты. Раз здесь лежат ресурсы, значит, игра подразумевает, что я здесь буду проходить. Да,
давайте просто вперед. Опять комната Эми. Нет, давай просто вперед. Просто по коридору вперед. Где-то ж он должен остановиться. Опять комната Эми. Так, здесь тупик. Тогда давай сюда. Пистолетик. Ну, бери, бери. Так, ну это значит, что мы правильно шли. Это хорошо. Винт возьми. А, достигнуть предел? Я не понимаю, с какой стороны она бежит, но это на самом деле не особо важно. Просто бегу вперед. Опять стоп. Ай! Не туда выстрелил, дурак! Опять комната Эми. Капец! Что делать-то? Комната Эми очень часто попадается, как будто они меня хотят прям сюда завести. О, здесь какие-то новые появились детали. Это звук? Да, блин. Куда мне надо забраться? Чтоб спастись, тут заперто. Ой, а где я не была? Еще не могу, блин, запомнить. Здесь тупик. Здесь тоже тупик. Нифига! Её не стопорит пистолет. Ну давайте кот сюда. Так, это комната с манекенами. Достигнут предел. Здесь не перелезть. Сейчас догонит ведь. Вот здесь крови много. Возможно, сюда. Блин, это тупиковая, по-моему, спальня. Ванна. Да, это тупиковая ванна. Так. Так.
Сейчас что-нибудь придумаем. Опять там же. Все, я осталась без патронцов. Здесь мы были. Так, туда нельзя. Там наша подружайка бежит. Ну все, она мне голову оторвала. А, нет, не оторвала? Я думала, что оторвала. Я не понимаю, куда мне бежать. Я понимаю, что это как бы луп. ПТ. О, здесь, кстати, кровяки больше стал, нет? Беги быстрей, беги быстрей, беги быстрей. Ну, быстрей, быстрей, быстрей. Давай, 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 давай. Наверное, она отрывает голову, если я уже ранена. Только в таком случае. У меня, кстати, есть кочерга. Патронец! Патронцов я давно не видела. Да, блин. Все. ГГ мне, блин. Может, я выбираюсь, раз патроны начали раскидывать, нет? О, какая-то новая женщина, какая-то новая женщина. Блин, не подобрала патрон. Сюда, 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 давай. Я вышла, серьезно? Жесть. Не включается. Она опять. Дайте выдохнуть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, иди сюда. Мне нравится, как она стоит, когда... Когда дает мне возможность свалить куда-то. Типа, да-да, я подожду, конечно, заходите в эту дверь. Так, ну и чего, я опять как бы попал в этот влуп. Нет, смотри, не попала я в луп. Я попала наружу. Удивительная игра. Столько раз мне кажется, что как бы, ну, я делаю все неправильно, и потом в конечном итоге оказывается, что я делала единственно правильный вариант. Тонущий мир получено достижение. Ладно, я думаю, раз здесь сохранение, то мы здесь с вами и остановимся. Вторая серия вот такая вот получилась. Тоже было много побегов, много убийств монстров. Посмотрим, куда нас это все приведет. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. А если хотите поддержать канал, ссылка на NashLords, а также Boosty в описании под роликом и шапке канала. А я с вами прощаюсь, всем пока-пока.